Это будет здорово! Звучит отлично. Должно быть что-то, что Румпельштильцхен возьмет у нас в обмен на ключ от легендариума. Должно. Но он очень разборчивый. Мы перерыли волшебные подвалы, но ничего не отыскали. Что можно отдать коллекционеру с огромной коллекцией? Не беспокойтесь, Винкс. Я умею отлично решать творческие проблемы. Мороженое? Да. Кто не любит мороженое с бесконечными вкусами? Клубника, банан, манго, черника, лаймовая, малиновая, лимонная, апельсиновая с шоколадной крошкой. Осторожно, Муза! Муза! Кошмар! Мне кажется, что он все-таки выберет ключ. Тогда шляпа на все сезоны. Ха! Посмотрите на это! Стелла! О, останови это! Наверное, она на автопилоте. Фух. Я знаю. Трехголовый змеиный клатч. Спасибо, Стелла. Кажется, нам надо еще подумать. Разойдитесь, дамы. Как вам такое появление? Впечатляет. На самом деле, нам нужна ваша помощь, Элдора. Что ж, я знаю, что делать, дорогая. Ларец бесконечности. В нем можно хранить все, что угодно, даже волшебные силы. Что угодно? Что ты думаешь, Дафна? Дафна, ты меня слышишь? А? Да, конечно. У меня есть важное сообщение. Мы с Тораном женимся. Женитесь? Дафна, это чудесно! Я так рада за тебя! А кто дизайнер платья? Кто планирует вечеринку? Тут мне пригодится ваша помощь. Дафна, не могу поверить, что скоро настанет день твоей свадьбы. Давай тебя оденем. Я хочу что-нибудь простое и скромное. Не совсем мой стиль, но я постараюсь. О! Нужны морфикс-ленты. О! И тиара. Светящаяся тиара. И музыкальные туфли. Музыкальные? Вы слышите? Это свадебный марш! Это все очень мило, но... Разве это не перебор? Вовсе нет! Не хватает последней детали! Потрясающе! Ты такая красивая! Летим, Пиф! Время свадьбы! Сегодня прекрасный день. Да, чудесный. Вечеринку можно начинать? Нет, он совсем не нервничает. Эй, Торан, отлично выглядишь. А, вот она! На случай, если музыкальные туфли недостаточно громкие. Здравствуй, Дафна. После тебя, милая. Мы с твоей матерью очень тебя любим. Тебя ждет яркое и прекрасное будущее, дорогая моя.
Селина! Ты что себе возомнила? Ну, что ты там творила? У меня был собственный план. Я украла искру пламени дракона Блум. А? Чтобы можно было сделать так. Наконец-то! Я обрел свободу! Кто это? Что происходит? В твоей книжке из какой он истории? Это я создал легендариум. О! Но я был заперт на единственной пустой странице книги. Какая неприятность. Ну, он хоть на нашей стороне. Верно? Неверно! Настало время моего правления! Только моего! В смысле? Ты же обещал мне великую силу! Я сделал то, что должен. А тебе я ничего не обещал. Это был и твой план тоже, не так ли? Чтобы убрать нас из уравнения? Как ты смела? После всего, что мы сделали для тебя, никто не смеет обманывать Трикс. Теперь смеет. Сестры! Получай! Эй, она сбегает! Готовьтесь, ведьмы! В легендариуме есть пустая страница с вашими именами на ней. Что происходит? Как мы могли ей довериться? Что она наделала? Вы опустите меня! Небо! Нет, он заточил их навсегда. Селина, выходи, где бы ты ни пряталась. Не трать энергию, девочка, ты от меня не спрячешься. Я должна остановить Аширона. Но одна я не справлюсь. Блум, она моя единственная надежда. Блум, ты слышишь меня? Селина! У меня неприятности. Аширон на свободе. Он очень опасен. Тут ты права. Теперь я правитель всего волшебного измерения. Бесконечный хаос! Бесконечный хаос! Сегодня день радости и день надежды. Что это? Я не знаю. Дафна, осторожно! Я создам энергетический пузырь для мягкого приземления. Ой. Это не энергетический пузырь, но все равно мягкое приземление. Что происходит? Мое волшебство не сработало. К счастью, у каждой из вас, Винкс, внутри есть частичка пламени дракона. Как это случилось? Наверное, Селина права. Аширон оказался на свободе. Аширон? О, ужас! Этого я и боялась больше всего. Селина в опасности!
как и все ведьмы облачной башни. Опасность угрожает и нам, если Аширон нападет на нас. Прости, Дафна, но со свадьбой придется подождать. Иди, Блум, спаси их, пока не поздно. Волшебница Винкс! Блумикс! Блум! Фея пламени дракона! Муза! Фея музыки! Техно! Фея технологии! Флора! Фея природы! Лейла! Фея волн! Стелла! Фея яркого солнца! Вы сможете, Винкс! Селина, по-моему, это принадлежит мне. Нет, теперь это моя книга. Я тебе ее не отдам. Происходит. Помогите! Я слышала, тебе нужна помощь. Блум, ты мне поверила? Я обещаю, я смогу объяснить. Объяснишь все потом. Сейчас у нас есть проблема посерьезнее. И чем дальше, тем серьезнее. Вперед, Винкс! Летим за облачной башней! Блум, как мы ее остановим? Давайте создадим защитное кольцо вокруг школы! Вперед, Винкс! Но как? Винкс, они спасли нас! Браво! Какое шоу, Винкс! Но, боюсь, вам придется постараться намного больше! Восстань, великий дух рептилий! Захвати магию, которая посмеет пойти против тебя! Селина, берегись! А? Будьте начеку, Винкс! Кто назвал эту ящерицу великой? Его лучи противостоят пламени дракона! Ты цела, Селина? Хочешь меня загонять? У меня есть чем ответить. Световой спектр! Удар хлорофилла! Водный удар! Вулканическая атака! Я! Не знаю, в курсе ли ты, но у меня тоже есть сила пламени дракона. Блум, нет! Это все моя вина! Это все я! У меня есть идея! Скажи, что мне сделать, Блум? Пусть он погонится за мной,
Запри его в книге, а потом мы запрем ее. Но как? Румпельштильцхен предпочтет Аширона ключу от легендариума. Вы никак не сдаетесь, да, феи? Пока есть темная магия, как твоя, мы никогда не сдадимся. Надо же, похоже, это вдохновение на века. Волшебница Винкс, Мивикс! Мивикс, без конца и края магия. Мивикс, Блум, фея пламени дракона! И куда это ты собралась? Пламя смелости! Мир легендариума, мое королевство, мое творение. У тебя нет шансов, Блум. Я тоже кое-что знаю о мире легендариума. Я не боюсь тебя, Аширон! Тогда почему ты убегаешь? Тебе не спрятаться от меня, Блум! Ловушки Румпельштильцхена! Это лучшее, на что ты способна, да? Не совсем. Уверена, тебе понравится быть частью коллекции Румпельштильцхена. Ларец бесконечности. Стой! Что ты делаешь? Нет! 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 Идеальный подарок для Румпельштильцхена. Я услышал свое имя, а? Привет, я кое-что принесла. Вижу, ты вернулась за ключом и готова ты купить его почем? На этот раз у меня то, что тебе понравится. Правда? Честно? Покажи. В обмен на ключ от легендариума я предлагаю тебе волшебный ларец. В нем находится Аширон, создатель и главный колдун легендариума. Нет, нет, не может быть. Так тебе нравится? Блум, я исполню твой любой каприз. Ведь ты, дорогуша, принесла мне главный приз. Что ж, по рукам, давай меняться. Я отдам тебе ключ. Зачем мне упираться? Ты обещаешь? Обещаю. Обмен наш прошел, и оба мы рады. С подарком таким мне большего не надо. Пока-пока. Наконец-то пора все исправить. Забавно, я хотела сказать то же самое. Надо же, как интересно. Мы случайно встретились тут. Трикс! О-о-о!
Бедняжка Блум. Одна без своих фей-подружек. Айси, что ты тут делаешь? А Широн запер нас в этой скучной книжке. Именно. И тут нет рыжеволосых фей для игр. Но какая неожиданность, одну мы нашли. Добро пожаловать домой, Блум. Тебе тут понравится. Ой! Винкс, осторожно! Кажется, звероящер не собирается прекращать. Водный удар! Нам нужна Блум! Бесконечное эхо! Можно повторить? Селина, где она? Блум в мире легендариума пытается в одиночку победить Аширона. Будем надеяться, она недолго. Эти ящерицы похожи в ярости. Помогите! Органическое поле! Я бы хотела помочь, но Аширон лишил меня сил! Аширон лишил сил все волшебное измерение! Все из-за тебя. Ты достаточно натворила, Селина. На этот раз я хочу помочь. Честное слово. Может, эта ящерка любит послушать сказки перед сном? Без своих сил я не могу вызвать ни одного монстра из легендариума. Волшебство! Оно вернулось! Селина, что происходит? Это значит, что Блум победила Аширона. Тогда где она сейчас? Она должна быть где-то здесь. Давай, Блум, покажись. Смотрите, Блум застряла с Трикс. Берегитесь, Трикс! О, нет! Я вся трясусь от страха! Молодец, Айси! Пламя смелости! Смелость не спасет тебя на этот раз, Блум! Мы тебя не выпустим! Пора сказать прощайте, Винкс, и привет, Трикс! Мы были так близки к победе! И как всегда, ты совала свой нос не в свое дело! Иначе я бы не смогла! Куда ты собралась, Блум? Достаточно сильно, Сторми? Не беспокойся, Дарси, ты следующая! Нет! О, похоже, это больно. Уймись, Блум. Когда мы разберемся с тобой, ты будешь просто страницей в книге. Скорей бы. Мы будем бить тебя каждый день до бесконечности. Я!
Мы проснемся и победим тебя. Мы пообедаем и победим тебя. И на ужин мы победим тебя. А теперь все вместе, сестры. Время для клетки печали. Класс! О, моя энергия! Нет! Она забирает всю мою энергию! Световой спектр! Биоритмический поток! Бесконечное эхо! Защита волн! Сиреневая воронка! Я в порядке! Спасибо, Винкс! Селина, ты знаешь другие заклинания? Я вспомнила одно. Вот так гораздо лучше. Селина, неужели нет способа вытащить Блум из легендариума? Без освобождения Трикс нельзя. Вы что, мне не верите, да? Ты предавала нас раньше. Почему мы должны тебе верить на этот раз? Я обещаю вам, я докажу, что на этот раз я говорю правду. Отвлеките их. Селина, куда ты? Займемся делом, Винкс. У нас нет другого выхода. Будем надеяться, что на этот раз Селина говорит правду. Винкс! В атаку! Слушайте все! Оставайтесь здесь и не выходите, что бы ни произошло. Селина, что происходит? Вы скоро узнаете. Секрет великого духа рептилий. Я думаю, я знаю его. Вся волшебная энергия облачной башни содержится в этом скелете дракона. Тут же все силы украдены из других волшебных школ. Эта смесь энергий делает рептилию необыкновенно сильной. Эти силы должны вернуться туда, откуда были взяты. Пусть священные силы волшебного королевства вернутся к их законным владельцам! Я приказываю! Если это сделала Селина, я была не права. Мы спасены! О, что наконец-то! Это наконец-то! Мы свободны! Наконец-то, да! Да.
Сдавайся, Блум. Твое волшебство сыплется сквозь пальцы, как песок. Не трать силы, Блум. Я не могу сдаваться. Мои друзья верят в меня. Они помогли мне понять, какая я сильная. И я этого никогда не забуду. Я не смогу подвести своих друзей. Когда грустно мне, мы на одной волне. И это дружба. Сомневаюсь я, ты поймешь меня. Если я боюсь, шаг сделать не решусь. Будешь рядом ты и будешь до конца. Семья и друзья – это моя главная сила и мой источник энергии. Опоясывающее пламя! Честно! Можете перемещаться, если хотите. И не старайтесь выбраться. Ты заплатишь за это, Блум. Запомни мои слова. До встречи, Трикс. Нет! Молодцы, Винкс! Блум! Ты вернулась! Блум! Это правда ты! И ты в порядке! И это не все! Смотрите, что у меня! Ключ от легендариума! Миссия выполнена! О! Вы спасли облачную башню! Это точно! И силы волшебного измерения вернулись! Блум! Все благодаря Селине. Селина, спасибо. Блум! Не могу поверить, что ты смогла простить меня после всего, что я натворила. Мы когда-то были друзьями. Кто сказал, что что-то изменилось? Бывает, что дружба длится вечно. Винкс навсегда! Но у нас есть еще одно дело. И чтобы сделать это, нам нужен легендариум. Вы уверены? Дайте я кое-что проверю. Селина, я знаю, ты меня слышишь. Послушай, дорогуша, исправь эту ситуацию, вытащи нас отсюда. Кажется, мы слышали достаточно. Согласна. Ключ! Он не поворачивается! Ох уж этот Румпельштильцхен! Если он дал нам не тот ключ, я разберусь с этим маленьким. А может, дело не в ключе, а в человеке, который его поворачивает? Может быть, я попробую. Давай, Селина! Мы тебе доверяем! Стой! Подумай, что ты делаешь! Вы пожалеете, феи! Нет! У тебя получилось, Селина! Легендариум заперт навсегда! Да, и теперь я должна вернуть книгу ее владелице. Здравствуй, дорогая. Фея крестная, это ваша книга. Спасибо, Селина. Я так давно ее не видела. Ее всегда так заклинивало. А, она испорчена, она не открывается.
Я заперла его навсегда. Только ты могла это сделать, Селина. О, я рада, что ты пришла к этому. Легендариум принес много боли и страха. Но главную ответственность несет ее читатель. Мы должны помнить, что к своим силам нужно относиться с заботой и уважением. Волшебство внутри нас напрямую связано с нашим сердцем и нашим разумом. И вы все вновь доказали, что добро побеждает зло. Вперед, Винкс! Вперед, Винкс! Вперед, вперед, вперед! Фея крестная, вы когда-нибудь позволите мне снова учиться у вас? Я хочу стать хорошей феей. Конечно, моя дорогая. Думаю, я смогу это устроить. Я так рада, Селина! Ты правильно поступила. Я запуталась. Серьезно. Но вы все помогли мне вернуться на путь добра. Путь волшебства непростой. Он требует преданности, усердия и уважения. Нужно пройти длинный путь, чтобы стать правильной ведьмой. А с моим возвращением он будет непростым. Мы начнем снова. Сначала. Со вступительных экзаменов. Все готовы? Ха-ха, мы были рождены готовыми. И при этом мы отлично выглядим. Да. Мне лучше знать. А? Позвольте, джентльмены. Замечательно. Боюсь, что этот наряд в стиле тропиков, Стелла. Нельзя винить фею за старание. О, надо же! Так гораздо лучше. Итак, на чем мы остановились? Думаю, вы здесь, чтобы пожениться. Тогда сделаем это. Не могу представить более прекрасной пары. Такие очаровательные, такие живые, как два прекрасных цветка. Я хочу поделиться с вами важным жизненным уроком. Ах, похоже, я забыла его. Что ж, просто посмотрите друг на друга и не забывайте о любви, которая привела вас сюда. Если никто не против, тогда... Вы можете поцеловаться. Ура! Дафна, я так рада за тебя! Спасибо, Блум. Я так всегда тобой горжусь. Знаешь, мы отличная команда. Торрен, поздравляю, дружище. Спасибо большое, кузен. В чудеса всегда я верила и жила в чудесной сказке. И мечтала летать всегда. Я по небу без опаски. В каждом сердце живет герой. Ты только не сдавайся. Будь сильнее, смелее будь. Яркой жизни наслаждайся. Сегодня мы с тобою снова.